Реальность 1% и реальность 99%. Каббала учит, что окружающая нас реальность разделена занавесом на два измерения, одно из которых составляет 1%, а другое 99%. 1% реальности – это материальный мир, крошечная частичка мироздания. Это то, что мы воспринимаем с помощью пяти чувств – обоняния, вкуса, зрения, осязания и слуха. И хотя может показаться, что восприятие через органы чувств охватывает очень многое, это лишь фрагмент того, что действительно нас окружает. Однопроцентная реальность – это материальный мир, который мы воспринимаем при помощи пяти чувств. С духовной точки зрения – это мир тьмы, где мы реагируем на внешние события. Удовлетворение быстро проходит. Мы сосредоточены на симптомах и реакциях. Мы – жертвы поступков других людей и случайных внешних обстоятельств. Нам кажется, что нет никакой надежды изменить все к лучшему всерьез и надолго. Большинство наших желаний остается невыполненными. Миром 1% правит хорошо знакомый каждому закон подлости. Все, что может закончиться плохо, именно так и заканчивается. И даже когда нам хорошо, мы не можем не думать о том, что скоро это закончится. Ведь наша жизнь — это бесконечная череда взлетов и падений, везений и неудач. Когда мы живем исключительно в мире 1%, мы испытываем боль, а окружающая действительность выглядит мрачной и лишенной какого-либо порядка. А по другую сторону занавеса находятся остальные 99%. Это большая часть реальности. Итак, коротко о мире 99%. Мир 99% находится за рамками человеческого восприятия. Это мир абсолютного порядка, совершенства и бесконечного духовного света. Мир, где действие не основывается на реакциях. Источник семьи и скрытый корень материального мира. Мир полного счастья, безграничных знаний и нескончаемой радости. Измерение, где возможны долгосрочные позитивные изменения, которые затем проявляются в нашем 1% мире. В реальности 99% закон подлости не работает. Когда мы живем, поддерживая связь с миром 99%, жизнь наполненная, энергия бьет ключом, а мир выглядит ясным и прекрасным. На этом мы подходим ко второму принципу Каббалы. Существуют две реальности – наш 1% мир тьмы и 99% мир света. Наука 20 века о мире 99%. Доктор Стюарт Хамеров – профессор анестезиологии и психологии, а также заместитель директора Центра изучения сознания в Университете штата Аризона, совместно с блестящим физиком из Оксфордского университета сэром Роджером Пенроузом, заметил, что представление о мире 99% удивительно похоже на то, что говорит о Вселенной современная квантовая механика. Вот что Хамеров говорит. Вот уже 100 с лишним лет известно, что существует два мира. Классический мир, который мы воспринимаем при помощи пяти чувств, и квантовый мир. Мы живем в мире классической физики, где все... И кажется нам нормальным, хоть и не всегда приятным. Все вокруг нас имеет определенную форму и расположение в пространстве. Все состоит из того или иного вещества. А в микромире на квантовом уровне все причудливо и странно. Ничто не укладывается в рамки здравого смысла. Науке очень мало известно о квантовом мире. Но в наше время считается, что квантовый мир — это гигантское хранилище информации, включающее такие платоновские ценности, как добро и зло, красота, истина и мудрость. Для меня это служит указанием на то, что квантовый мир можно считать реальностью 99%, о которой говорит Каббала, и что между двумя этими мирами действительно существует занавес. Таким образом, у нас есть каббалисты древности, современные ученые и выдающийся философ Платон. И все они в один голос заявляют, что мир 99%, хотя и не распознаваем пяти органами чувств, но все же не менее реален, чем весь наш нормальный материальный мир. Правда, потребовалось немало времени, чтобы достичь такого консенсуса по поводу природы реальности. Синдром «вдруг». В реальности 1% наша жизнь имеет противную привычку заставать нас врасплох. Все мы страдаем от некого синдрома «вдруг». Как часто нам доводилось слышать следующее? Он вдруг умер от инфаркта, он вдруг ее бросил, вдруг сделка сорвалась, вдруг передумала, жизнь вдруг оказалась лишенной смысла. Но существует ли на самом деле такое понятие, как «вдруг»? Нет. Если вы знаете, как устроен мир 99%, каждому внезапному событию предшествует скрытая невидимая причина. Поэтому я всегда говорю, что нельзя смотреть только на то, что можно видеть, потому что наши глаза не могут улавливать и малейшей части того, что на самом деле происходит. То есть нельзя доверять глазам, понимаете? Вы когда-нибудь, проснувшись поутру, видели, чтобы за вашим окном вдруг появился 100-летний дуб? Естественно, нет. Такого может быть только если 100 лет назад кто-то посадил желудь.
Когда в нашей жизни вдруг возникает проблема и перекрывает поток счастья, вставая на пути какого-то конкретного желания, это не случайность. У всего есть причина. Где-то в прошлом было посажено семя проблемы. Нет ошибок, нет совпадений, нет случайностей, нет катастроф. Мы живем в мире причин и следствий. У всего происходящего есть причина. Теория хаоса. Синдромом вдруг мы страдаем от того, что не способны проникнуть взором сквозь иллюзии своей жизни в однопроцентном мире. За смятением нашего материального мира мы не видим всей картины, не видим, что происходит по ту сторону занавеса, там, где пребывает большая часть реальности. Многие годы метеорологам было сложно предсказать погоду. Грозы и другие колебания в состоянии атмосферы возникали внезапно, что сначала привело ученых к выводу, погода определяется абсолютно беспорядочным, хаотичным стечением обстоятельств. Но дальнейшие научные исследования показали, что в мнимом хаосе скрыт таинственный порядок. Эффект бабочки. Это выражение несет в себе идею о том, что взмах крыльев бабочки может создавать в атмосфере такие изменения, которые приведут к возникновению урагана. Это подобно эффекту домино, хотя сила крыльев бабочки не превращается в силу бури, хлопающая крыльями бабочка является первопричиной, порождающей ураган. Нет бабочки, нет урагана. Как бы ни было трудно в это поверить, но малейшие колебания воздуха от взмаха крыльев бабочки, скажем, в Токио, могут со временем вылиться в ураган в Канзасе. Человек, захлопнув дверь в машине в Торонто, способен повлиять на погоду в Бразилии. Все взаимосвязано. Метеорологи считали погоду случайным стечением обстоятельств лишь потому, что у них не было возможности учитывать и анализировать все эти миллионы различных событий, вроде захлопывания двери и полета бабочки, из-за которого может разразиться гроза. Как и в пример с погодой, несмотря на кажущуюся хаотичность нашей жизни, в ней заложен незримый порядок. Проблема лишь в том, что некий занавес мешает нам увидеть всех тех крошечных бабочек, взмахи крыльев которых влияет на нашу жизнь. Все грозы и ураганы, которые случаются с нами каждый день, имеют свои причины, скрытые за занавесом и невидимые. Мы видим их следствие, но не уровень реальности, на котором они возникают. Мы ощущаем симптомы, но не замечаем их подлинных причин. Мы испытываем воздействие хаоса, но не можем определить его первоисточник, потому что не способны увидеть мир 99% по ту сторону занавеса. В нашем материальном мире мы воспринимаем лишь микроскопическую долю реальности и при этом отчаянно пытаемся найти способ исполнения своих самых сокровенных желаний. Кто-то уходит в науку, другие — религии, третьи выбирают наркотики, а кто-то гонится за богатством и властью. Но пустота внутри остается. Мы чувствуем себя никому не нужными, беспомощными, несчастными, неспособными ни на что повлиять. Мы жаждем духовной поддержки, жаждем, чтобы наша жизнь обрела смысл и изменилась к лучшему. Неужели мы всегда остаемся в плену однопроцентной реальности, без возможности понять, что происходит в мире 99%? Неужели мы обречены на жизнь в хаосе и тьме? Неужели мы так и заглянем за занавес? Так не заглянем за занавес. Как бы не так. Реальность 99%. Один физик повесил подкову на дверь своей лаборатории. Коллеги удивились и стали спрашивать, неужели он верит в то, что подкова принесет ему удачу в экспериментах? Физик ответил: «Нет, я не верю в подобные предрассудки, но мне сказали, что подкова приносит удачу, даже когда в это не веришь». Привычная для нас действительность, в которой мы живем, это однопроцентный мир, но по ту сторону скрыта реальность 99%. Мир 99% и есть источник нескончаемого удовлетворения. Это теория территория света. Когда мы радуемся, обнимая ребенка или заключив удачную сделку, наша радость приходит к нам из мира 99%. Ничто не ново под луной. До открытия Томаса Эдисона человечество жило практически в темноте. Если сравнивать с нашим сегодняшним круглосуточным неоново-флуоресцентно-галогенным миром. Но действительно ли Эдисон, создав электрическую лампочку, изобрел нечто абсолютно новое? Или же информация о том, как сделать лампочку, уже существовала? Открыл ли Альберт Эйнштейн что-то совершенно новое, разработав теорию относительности? Или же он просто описал то, что существовало всегда? Изобрел ли Исаак Ньютон закон всемирного тяготения? Или же этот закон существовал всегда? Эдисон, Эйнштейн и Ньютон всего лишь обнаружили и обнародовали то, что уже существовало. Так же, как...
Так где же таилась вся та информация до того, как ее открыли великие умы? В мире 99% за занавесом. Симфония вечности. Вольфганг Амадей Моцарт утверждал, что способен создавать целые симфонии в уме, не записывая на бумагу ни единой ноты. Я не слышу в своем воображении ее части по порядку, я слышу их все сразу. Что это за наслаждение? Все это сочинительство, это творение происходит в прекрасном, наполненном жизнью сне. Наполненный жизнью сон, о котором он говорит, это реальность 99%, которая выходит за рамки времени и пространства. Артур Миллер, профессор истории и философии науки Университетского колледжа Лондона, писал, что по словам Эйнштейна, в то время как Бетховен создавал свою музыку, музыка Моцарта была столь чиста, что казалось, будто она всегда существовала во Вселенной, ожидая открытия мастером. Эйнштейн придерживался схожего взгляда и на физику. Считая, что вне досягаемости наблюдений теории лежит музыка сфер, которая раскрывает предопределенную гармонию, демонстрирующую потрясающие симметрии. Законы природы, включая теорию относительности, дожидались, когда их выудит из космоса кто-нибудь, обладающий соответствующими способностями. Эйнштейн, Моцарт и другие великие умы прошлого осознавали, что источником их достижений является другое – духовное измерение. Еще один пример этого – русский химик Дмитрий Менделеев, которому в 1869 году приснился необыкновенный сон. «Я увидел во сне таблицу, в которой все элементы занимали свое строго определенное место. Проснувшись, я немедленно записал ее на клочке бумаги. Сон Менделеева дал миру периодическую таблицу элементов, которая знакома всем нам по школьным урокам химии. Ниже приведен отрывок из письма Билла Бантинга, сына канадского ученого сэра Фредерика Бантинга, который в 1923 году стал лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины, а позднее за свои научные достижения был посвящен в рыцари. Самим собой отец был строже, чем с другими. Горя желанием представить студентам-медикам с первого курса обзор последних исследований, он посчитал, что материал его лекции недостаточно хорош. В надежде улучшить свою работу, он взял медицинские журналы с собой в постель, когда ложился спать. Несколько часов спустя, когда он проснулся, он быстро настрочил небольшой абзац, который позднее привел к открытию инсулина. Платон говорил о мире идей, который, по его словам, является истинным источником всей мудрости и материального мира. Наш мир – лишь тень этой скрытой реальности. В своей книге «Тени разума» выдающийся физик Роджер Пенроуз писал, «По Платону математические понятия и математические истины пребывают в своем особом мире, не имеющем времени и материальности. Мир Платона – это идеальный мир совершенных форм, отличный от материального мира, но при этом позволяющий объяснить материальный мир». Сны, видения, интуиция – все это моменты соединения с миром 99%, где живет вся информация, мудрость, энергия, удовлетворенность и свет. Связь с миром 99% Платон назвал божественным безумием. Знаменитый философ 15 века Николай Кузанский называл ее божественным откровением. Моцарт описывал ее как головокружительный взлет. Философ Эдмунд Гуссерль назвал подобную связь чистой интуицией. Многие лидеры научно-технической революции и века просвещения, включая Генри Мора и Вильгельма Лейбница, изучали каббалу в той или иной форме и знали о мире 99%. Мы с вами тоже знаем об этом из собственного опыта и называем подключение к этому миру чутьем, шестым чувством, интуицией. Теперь, когда у вас есть представление об этом мире, давайте перейдем к проблемной стороне вопроса. Есть одно досадное препятствие. Мы не способны контролировать моменты связи с миром 99%. Связь с измерением света в лучшем случае стихийна и непредсказуема. Глядя на историю человечества, кажется, что лишь несколько великих умов в каждом поколении могли подключиться к измерению, чтобы открыть миру частичку мудрости, которая радикальным образом меняла судьбу мира. Вспомните Бантинга, Эйнштейна, Менделеева, Ньютона, Моцарта, Моисея, Магомета, Иисуса, Авраама. До знакомства с каббалой или прочтения этой книги большинство из нас, возможно, и не догадывались, что существует такое счастливое измерение. А когда мы все же соприкасались с миром 99% в момент озарения, возникновение предчувствия, творчества, вдохновения, тогда происходила гениальная идея или случалось чудо. Нам казалось, что это просто госпожа удача проявляет к нам благосклонность. Нам нелегко признать существование того, что нельзя увидеть или потрогать, и тем более тяжело понять.
как это работает. По словам Рава Берга, мир 99% мерцает на краю нашего сознания, как чарующий сон, который невозможно припомнить во всех подробностях. Последние мгновения перед пробуждением ото сна — это критический момент, когда спящий связан со своим сновидением лишь тончайшей нитью. И чем сильнее он тянет за эту нить, тем быстрее распадается и исчезает ткань сновидений. И как бы мы ни пытались восстановить эту связь, сон растворяется, как туман, и мы оказываемся в мире бодрствования, который очень проигрывает миру снов. Представьте себе на минуту, что мы способны связываться с миром 99% по собственному желанию. Мы получили бы возможность управлять событиями своей жизни. Вместо того, чтобы разбираться с симптомами и следствиями, мы нашли бы сокрытый источник хаотичных обстоятельств и событий, которые так внезапно обрывают наше счастье и оставляют сокровенные желания без исполнения. У нас появились бы сила создавать порядок из хаоса. Мы могли бы использовать свет мира, чтобы уничтожать любую форму темноты в своей жизни. Подумайте сами, если вы сделаете что-то с веткой дерева, изменится только эта ветка. Если вы сделаете что-то с листком, изменится только листок. Но если вы могли изменить генетическую информацию, заложенную в семени, вы бы повлияли на все дерево в целом, на ветви, листья, плоды. Мир 99% — это ДНК материального мира, семя, корень, причина всех причин.